И как оно со скотчем? Миланя, смотри, не перепутай. Сразу видно, что у родителей стройка идет. Ёлки-палки. Эх, ты. Привет. Оператор. Да, я аккуратненько поздороваюсь. Друзья, всем привет. С вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. Что вам пожелать? Да, чтобы у вас все было хорошо. Ага. И ремонт быстрее закончился. И ремонт быстрее закончился. Если вы, как это, если вы на самом деле ремонтируетесь, так мы вам сделаем доброе дело и подскажем, что, короче, нашли таких мастеров. Эх, ладно, долго говорить не буду. Иди, посмотри, что у меня есть. Ты что? Короче, какая-то пленка? Или что это такое? Ткань. А, это специальная ткань, которую стелят под плитку. Я тебе говорю, сколько жил, не знал, что буду знать технологии приготовления плитки. Ёшкин ты кот, ты что, мы ехали, смотри, аккуратненько, откуда? Ну что может быть у Любована в багажнике? Хотя, что, я поздоровался уже? Да. Меня переполняет, мама дорогая, эмоции. Короче, вот тот магазин, когда мы были в кузнице фасадов, вот то был фасад, а сейчас мы приехали в кузницу. Короче, люди имеют... сразу говорю, век на лодке не кататься, одни в Одессе. Три какие-то машины для смешивания краски, у них еще целая куча всего. Катюня, покажи. Все-таки, короче, меня не показывай. Показывай то место, а куда мы приехали. А что мне показать? Ну пошли тогда. Да склад, самые лучшие цены, замечательные скидки. Что, там открою? Ну, не показывать? А, нет. Ребята, интрига. Никто не знает, что у Липована в миске может быть. Так, корм кошачий, давай, до свидания. Миланя, бери свой скотч и поехали. Поздоровкаемся. Дрын-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Нет, я что хотел сказать, что люди такие в Одессе умеют жить и любят вкусно покушать. Помимо того, что здесь, как это, не знаю, фурами отгружают они этот клей, кстати. Лучший клей в Одессе я пробовал, ты что? Куплеты такие, хотя потом зубы скрипят. Не, для пола. Лучшие цены, я бы сказала, а клей то такое. Цены, любовь моя, только тебе. Спасибо, боженька, что ты мне послал умную и не сильно говорящую женщину. Как не сильно говорящая? Ты все время жалуешься. Та я любя. Ага. Ну то другое. Ребята, доброго дня. О, Ёшкин, я вот за это и хотел сказать. Ты посмотри, короче, я туда попал. Здрасте. Ты что, и костер горит? Обалдеть. У вас что, обед? Мы вовремя случились. А где старший? Идем поздоровкаемся. Смотри, какой у них очаг симпатичный. А? Я тебе говорю, что люди в Одессе умеют таки вкусно покушать. Ну и замечательно поработать. И самое главное, обед по расписанию. Да ты что, Катя, это все, что нам надо, наверное. Сережа, у нас уже практически все, что нам надо, было уже... Слушай, меня эта фраза еще месяц в Одессе держит. Те, кто переживает, сколько нам еще осталось ремонтироваться, ребята, еще месяц. Это не ко мне, это к мастерам. Я не умею так, как ты. Вот это вот, когда берешь кулачок и ладошки. О, а вот и самое главное, елки-палки. А ты что, чем ты встречаешь? Что за мачете? Здоровенькие были. Ребята, крепкого здоровья, здрасте. Валера, салют. Ты что, он что-то варит уже, иди сюда, Катя. Вот то, что я говорил, сколько у вас, чтобы не сбрехать, 5 машин или 3? Не, у нас колеровочные 3 машины, одна. 3 колеровочные? А что это, вы туда ведро поставили? Да. И что вы там сейчас делаете? Дырку делали? Какой-то Пикассо вам заказал? Это с бодуна можно засовывать. Ёшкин кот, оператор свои, чтобы не стошнило сейчас Марата. Марат! Слышишь, а нам вот тот коридорчик надо покрасить. Мы, наверное, тоже можем... Так, может, это для нас и болтают? Я не знаю, сейчас договоримся. Я не знаю, что там за цвет, но цветов у вас сколько? Короче, Серега, в трех словах. Давай мы что-то начнем. Это не нож для рыбы, это для ваты и для пенопласта нож. Да ты шо? Ну, люди, которые стоят... И рыбу чистят. Не только рыбу чистят. А потом рыбу чистят. Ё-моё, а он острый? Или такой себе? Слышь, ну таким я еще не пилил, у меня карась есть хороший. Это Серёге надо сказать, чтобы он сделал. Да ты что? Не, я думал, это для хлеба французского багета. Вот этим, да, ну первое, что мне пришло в голову, это для багета, короче, бам-бам-бам, и потом французский бутерброд. Это для ваты, это для пенопласта. Катюня, смотри, не перепутай. Ё-моё, слышишь, такого у меня еще не было. Шикардос. Так, держи, короче, карась у меня есть, сейчас будем что-то пробовать. А что от вас так мойвой пахнет? Это краска со вкусом мойвы? Мы ж мойву купили. У вас еще и мойва здесь есть? Ты что? А сразу и не скажешь. Ё-моё. Серега, давай сразу грузить не будем. Я твой контакт оставлю, правильно? Да. А там под описанием в видео дам еще, что у вас там, я не знаю, там есть там сайты, не сайты. Короче, все, что расскажу. Мы вам продавали на дом. Вот такая штука. Приоконный профиль. Там Катя еще указывала, что у вас стык был. И Серега вам показывал, что приоконный, чтобы не рвало...
приоконка, чтобы возле окон стыки. Ну мы же там намудрили, у нас же там были просто не просто стены, мы еще засунули туда окна шикарные. Он за счет этого профиля там вам выиграл такую штучку. Мы продаем его в нескольких цветах, в 5 цветах. Есть графитовые окна, коричневые окна, белые окна, золотой дуб и есть еще черный пришел. Та ты шо? А если цвета какого-то нет, так вам тут специалист намешает такой цвет, что закайфуете. Что я хотел сказать? В трех словах расскажи, чем вы вообще занимаетесь? У вас все для пола, для плитки или от начала и до конца? Мы занимаемся вообще строем, но завозим много сами. Такого, что нету там вообще по городу. Мы сами завозим и сами распространяем. По рынкам, по торговым каким-то точкам. У нас производители есть чешские краски, польские краски. Еще занимаемся украинскими красками, штукатурками, клеями для плитки. То есть внутрянка, все, что связано с внутрянкой. Ну, а также у нас есть фасадная система, 3 фасадных системы. Мы ими занимаемся. Ё-моё, из того, что я услышал, вы лучшие в Одессе. Все, ты что? И что, а где, унес уже? Ёлки-палки, обалдеть. Он ее сейчас достанет и посмотрим на вкус. Не, пусть оператор пробует, я не буду. А как вы? Вы туда что-то добавили, когда перед тем, как мешать? Вот они добиваются какого-то цвета и оттенков. У нас есть заявка сделать такой цвет. Люди приходят, у нас есть, допустим, вот такие веры. И человек приходит и говорит, вот хочу там Марью Ивановну. Я тоже Марью Ивановну хочу. Вот, допустим, хочу вот такой цвет. Он называет нам цифрики, и мы ищем колеровку такую. А вы знаете, что добавить, каких пропорций? Да. Это ей не показывает, она сейчас по-любому что-то выберет. А нам тоже надо будет там? А мы добавляем, есть колеровочная система, мы добавляем пигменты, тут разные, они все заливаются. И 5 грамм того, 10 того, и говорим, это будет стоить 5 гривен, или 150 гривен, или 1000 и так далее. Касюня, я же заговариваюсь, Катюня, спасибо тебе и нашей стройке, я становлюсь умнее. Я сколько жил, не знал, что вот такое бывает. Ёшкин кот. За счет этого миксера можно... Не у всех бывает, скажем так. Бывает, но не у всех. Такое бывает с каждым, и то не со всеми. Есть еще занимается микроцементом, двухкомпонентная система. Короче, о, тихо, у вас клиенты, короче, здравствуйте. А мы поехали. Да. Катюша, идем что-то... Клиенты уже хотят что-то подобрать. Ага. Здравствуйте. Я в шоке. Миланя, как я говорю... Ничего не понятно, но очень интересно. Если а вы мне там силикончик себе... надо под окно подобрать. Может, да я еще раз говорю, он может раз неделю говорить за свои вот эти вот штукатурки, ты посмотри, елки-палки, он же скажет для чего-то. Вот людям, кому надо, да, нет, это вот таким вот угорелым, как мы. Если вам что-то надо, контакты есть, обращайтесь. Слышишь, а что это? А. Это гриву тебе... прочесывать, не знаю, шерсть катать, шо? Это классная штука. Это тебе нужно обмотать что-то, допустим, там рулончики, понимаешь? И ты так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок, и у тебя уже готово. Слушай, класс. Голова закружилась. Вот, смотри. Ну, я понял. А тебе на работу такое не надо. А когда переезжать будем, это нужная вещь. А нема пошире пленки? А зачем пошире? Ты в коробочку собрал. У нас коты, видела, какие большие? Что, ты котов пленкой обмотал? А что, чтоб пылью не покрылся, елки-палки, да. Короче, мы попали к вам вовремя, у вас уже обед, да? Я вас сильно удивлять не буду, просто люблю карася, я очень проголодался, так как ты красиво разговариваешь за свой цемент. Плюс мы заводим еще гипсовые штукатурки с Польши разного. Цикол – это фирма гипсовых штукатурок, мы много завозим. Миланя, хочешь штукатурку? Да. Договоримся. Что у вас там на видео? Наполированный казан, слышишь? Да у вас тоже шикарно блестит, елки-палки. Ух ты, что, мое любимое. Казан, масло. А ты что? Уровень. А что мы будем жарить сегодня? Начнем с мойвы. Так ты что? Деликатес одесский. Ёшкин кот, спина у моего карася. Мама дорогая, пахнет как. Ху! Шикардос. Это какой у тебя по счету? Серьезно? Ты что? Я думал, я чемпион в Одессе. Поэтому он и говорит, не хочу. Я говорю, возьми ребенка. Говорит, не хочу. Возьми ребенка, не хочу. И сколько самому маленькому? 4. 4 года? А, ну уже руки от такого маленького подзабыли. Ну пора шлепать нового. 7, ты представляешь, 7. Смотри, что у меня есть. Сережа, что там у тебя есть? Короче, как я говорю, Одесса маленькая деревня, в принципе, как и все. Вот этот нож подарил мне на привозе Серега.
А этот Серега с вашим Серегой. Еще в далекой один. Юности. Работали в Аркадии, короче, вот именно в ресторанном деле, там, где я провел 20 лет. Ты шо? Эх ты, Серега, Ножевник, шикардос, благодарочка. Сколько сейчас время? Привоз уже закрывается? Ехай сюда. Ты знаешь, где пахнет здесь мойвой? Молодость. Что, Катюня? Да ты шо? Короче, знаешь, что будем делать? Жарить карася по новой методике. Это по какой? Вместе с мойвой? В масле. А из-под мойвы. А вкусно будет, как ты не понимаешь. Слушай, здесь только мойва, что можем замариновать карасика. А? Слушай, какие они красивые у тебя сегодня. Катюша, да у нас других нема, ёлки-палки. Это прямо шикардос, а не рыба. А шо я, давай-ка я здесь аккуратненько покорбую, правильно? Прямо на у вас же плитка еще есть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это пусть здесь полежит. Ты посмотри, а? Может сполоснуть? Кого? Да сейчас карась ее помоет, все нормально. Смотри. Сережа, чтоб ты был здоров, мы же не на рыбалке. А? Мы лучше, мы на работе. А тут как на рыбалке. А на какой мы работе? Ну, у людей на работе мы сейчас. Правильно? Сейчас обеденный перерыв. 7 детей. Не, ну ты это представляешь? У тебя 7 детей. Это 7-й. Это 7-й? А, это 7-й? Да, 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 да. Не, ну после этого момента он сегодня поедет домой и таки подумает. Да. Ага. Класс. А это сразу видно, что человек умеет, умеет смешивать. Видите этот взгляд, когда Сергея в нем? По-моему, говорит, Сережа тоже не знает, когда у него у детей день рождения, да, Сережа? Да не рассказывай. Что ты в прошлом году ребенка на месяц раньше поздравил? Ну и что, это репетиция была. Да я говорю, главное, что своего, ты что? И на пороге мен с букетом стал, ведь нынче Сонечка справляет именины. И вся Одесса и должна про это знать. Парира тач, тач, парирум и ярум. Одесса мама первоцуца, хупцаца. Катюшка, мы собирались еще после этого на стройку поехать. Угу. Я думаю, здесь останемся. Чего? Здесь хорошо, а чего? По-домашнему, аж уезжать не хочется. Ну и эту стройку, да? Эй, надоело уже, да? О! Да ты шо, дай позалипаю. Я сегодня еще не видел, как мой его жарят. О, вот это хорошо. Вот это масло заиграло. Слушай, ты пока... шо, а какая она вкусная. Да, она и сырая вкусная. И вяленая, и в саламуре вареная. Прямо сестра селедки нашей. Слышишь? Что? А мне вот интересно, ты сейчас, когда ребят просил на руки Миланю взять, ты по какому признаку выбирал? По глазам? Человека? Да. Рядом стоящего. Не, ну их же много стояло. Но ты именно вручил. Ну я когда только подумал вслух, остальные дрыснули. Смелый остался, да. Ой, я не могу. Катюня? А, уже готова? Да, конечно, она же жарится сию минут. А вы по одной рыбинке будете? Чего ты? Кидай жменями. Она ж друг от друга Сережа, отойдет. Тем более, вот ты сейчас будешь жарить без карася? Муки, без ничего, ты понимаешь? Слышишь, что я тебе хочу сказать? Что? Что ты сейчас будешь жарить карася, и вот жарь, как ты умеешь. А там человек пусть жарит мойву, как он умеет. А знаешь, как я сейчас делаю? Как? Сейчас мойвы поем, ага. Скажу, карась, вам подгон от Липована, и мы тоже дрыснем отсюда. Катя, а вы куда подсывали человека? А мы уже выяснили. Да, мы уже узнали. А там по-молдавски будут разговаривать. Это девочка, но это же Мелания у нас. Ну, она в голубом, конечно. Ну. Значит, не мы, а фа. Девочки быстрее схватывают. Точно, это точно. Карбует? А ты что? Не, вы смешиваете, а я карбую. Уже весь мир знает, так я и тебя научу. Это у Сереги твоего. Я только что за него рассказывал историю происхождения. Да. У Сереги же этих ножей, что у вас красок, оттенков. Видимо-невидимо. Мне кажется, что он им сам счету не знает. Но все люди, подписчики, которые гости нашего города приезжают и первым делом на привоз идут к Сереге, все довольны. Говорит, человек замечательный, удивительный, добрый, скидку сделает и хороший. Слушай, и тоже у него нож много подберет. Детей. Ты видишь? Братик, а тебя не Серега, а что зовут?
Не Серега тебя случайно зовут? Потому что у всех нормальных Серег должно быть много детей. У него же тоже 5? Да. Все девочки. Ну, у Сереги все девочки, елки-палки. А у вас? Все девочки, да, мальчики. А, вот так вот. Все есть, понятно, Сережка? Как да. И у тебя? А, ты уже все? Катюнь, да ты что такой нож, что даже не хочется, я даже не знаю, посмотри, ты что? А ты соль книга взял? Липованская, а? Соль взял? А зачем? Тут не соль, тут мраморной кружкой посыпают. Что у тебя есть, вот не знаю, там цемент, клей польский. А мука не надо. Ты сегодня без муки? У вас же нет муки, Валера? Есть? Тогда будет. О, ты что, вообще огонь. Настоящая. Ай-яй-яй-яй-яй. Вкусно? Сейчас будем... Тамоева, это шедевр. Вы ее солили? Да нет. Брат, а есть где руку помыть? Или в том ведре с краской? Нет, сразу, да? Все. Давай я... А, идем. Так я сразу нож возьму. И плиточку помою. Гай гуй, собцабе. Ну я не пойду уже, ладно? Не-не, сиди здесь. Справился? Ты что, так у вас там кухня полноценная? Я и не знал, елки-палки. А знаешь, как приятно? По-мужски чисто вообще именно. Все на своем месте. Все. Плиточка. Ты намекаешь на то, да. Что с женщинами далеко все не на своем месте. Ну, у нас же по-разному дома бывает. У нас просто много детей. Во-во. О, я представляю, какой бардак у него. А может, наоборот, Сережа? Чистота и порядок? Катя! И дети там попробуют, и посмотри, что это такое, елки. О, даже пчелы слетаются, значит, так и вкусно. Ах ты шо. Катюня, а ну-ка отойди, пчела. Или оса. Ты шо, еще с икрой. Все как правильно пожарено, видишь? И сочная, и мощная, и... Мама дорогая. Надо ее покормить. И даже посоли нормально. Милане можно угостить. Вкусно? А икорка? Это икорка? Да. Она прям ты что, не знала, что икра мой? Деликатес в аптеках продают. Ой, в аптеках, в магазинах. Это бомба. Это просто самая настоящая вкуснячая бомба. Скажи, папа, давай бери меня. Хватит. Я тебе сейчас рыбы дам кусочек. Я сам. Сейчас Серега тарелочку принесет. Нормально, сейчас я так и. О, угощайтесь. Миланька, ну на, кусочек рыбки с папиных рук. Ты моего сегодня еще не ела? А, ты что, загадывай желание. Первый раз в жизни человек ест моего. И что, тебе вкусно? Братик, я могу и тебя кормить, если что. Я сам. Голову давай. Не, а как в том мультике, помнишь, это гав-мяу, короче, когда они сосиску ели с двух сторон. Вот так вот поставил, раз, и там сошлись. Тебе отдаем эту штучку, будешь чистить. Да ты шо? Эй, спасибо, благодарочка. А у него Серега отожмет. Ё-моё. А я Серега... Я Серега, я знаю, знаю, знаю. Что, что так... Рады, знаешь, для чего берут? Не для того, чтобы там вату резать, а чтобы работников, если что. А, раз, и все. У кого больше, у кого меньше. И погнал, короче, да. А ну не работай. Воспитательная работа. Вот это да. Слушай, а что ж я уже всех карасей покарбовал? Может, теперь поперек? Говорят, молдаване, у тебя все спереди. Все, это таки да. Ты сейчас должен сказать, оператор, дай денег. Так я думал, ты догадаешься у меня. А, даже догадаться должна была. Дай им большую купюру на сдачу, тебе клей дадут. Не могу. Клей, силикон, что-нибудь. О, дай. Да нет, то что. Да оставьте в покое, мы что-то у вас еще наберем. Мы же у вас будем заказывать. Катя, не пугай, елки-палки. Ну на, возьми, мне неудобно. Ну откуда у тебя копейки, ешкин ты кот? Дай Сереге передай. Все. Дуже дякую. Себестоимость. О, спасибо. Нормально. Вам огромное. Спасибо. Принеси еще два ножа. Тебе сколько мне денег, э? Неси, как это, поддон выкатывай. Еще и повезло с ним, мясо не кушает. Умная кошка? Ох ты шо, Ёлки-палки, так ты еще и позируешь шикарно. Ты шо? На фоне кузницы фасадов. И как зовут тебя? А? Это девочка-мальчик? Ой, красивая какая. Ты что? А ну давай, позируй, позируй.
Ты, принцесса. Как зовут это чудо рыжее? Кошка. Так и зовут, да? О, кошка. Ой-ой-ой-ой, и так могу. Слышишь? Это буренка, елки-палки. Смотри, она пятнами пошла. Вот красиво. А жопа рыжая такая. Прям принцесса какая-то. Мяу-мяу-мяу. Ты что, у всех нормальных в Одессе как минимум должна быть кошка. Мяу-мяу-мяу. Смотри, смотри. Ага. И что? Оп. Не, я думаю, что это этот. Вы говорите, она рыбу не ест. Ей уже запахло. И как ты будешь? Ты что? Альпинистка, обалдеть, ты понял? Шикардос, головой вниз. Вот это да. Ну да. Вот это ты молодец. Иди, иди проверь, карась Липованский на месте. Слушай, хозяйка. Ай, хозяйка. Звезда. Пеня, это не пеня. Шо, ой, Миланя, а что мы уже в очереди стоим уже с тарелкой, елки-палки? Идем, там Серега что-то хочет показать, пока Валера жарит, не будем отвлекать. Миланя, тарелка хорошая, можно и погрызть. Я там, тебе могу сказать, пока мы я идем. Думал, там, да, я думал, там цех какой-то, там кухня полноценная, смотри, а офис какой у людей. О, шо это такое? А, на барабанах барабанит? Вот это да. Слушай, а что за Змей Горыныч тройной форсаж? Смотри, какие красивые. Фирма Полипласт сделала нам такую картину, подарок. Да, подарок. Они одно время приглашали нас на Новый год в ЕРМ, чем мы там праздновали, и все представители Украины получали каждую свою картину. Ну, у вас лучше, особенно солнце. Да ты что, нет. Саша, вначале они заказали в Одессе. Художник одесский. Они сказали, подъедь чуваку и дай денег. Я поехал, дал денег. Оказывается, это был художник, и он нас... Ну, как в Одессе подарки дали, да. Подъедь, рассчитайся. То есть, получается, было там 16 картин, и одесский художник рисовал. Все молодцы. Делается в Одессе. На Малой Арнаутской. Мы это знаем, правильно? 100%. Я думаю, что вы оттуда тоже начинали смешивать. Но потом, короче, там в очередном подвале не поместились и переехали. Ой-ой-ой, Миланя, давай карандашик. Барабанчик. Оп, карандашик интересный. Да ей все заходит, все, что новое. Ненадолго, но заходит. Ну, все, уже у вас есть стройка, есть карандашик. Все, о, пока точно, сейчас едем на стройку, короче, что-то зарисовывать. Да. Новые эти... Как они называются? Кого? Это чертежи, елки-палки, эскизы, да? Инструмент, да, это затирочные смеси. Вам под плитку тоже надо будет выбрать цвет. А ну, давайте, знаете что, пока мы тут стоим. Если у вас есть кусочек плитки, у меня не плитка, подобрать. Мне нужно вот силикончик вот такой. Есть у вас? Да, силикончик. Угу. А ты можешь не сомневаться, сейчас по-любому что-то найдем. Сейчас сделай паузу сейчас, пока да, что-то будешь там показывать. Сейчас образец, и мы с вами подберем. Спасибо. Силикон. А это что вы хотели показать мне? Это затирочная смесь для... Знаете, сейчас модно стало вот эти на фасадах, называются клинкерные... Такие плиточки. О, а нам кто-то рекомендовал клинкер. Вот затирки есть. Просто эта затирка, допустим, в 2 килограммах будет стоить там 300-400 гривен. А эта затирка в 25 килограммов будет стоить там 500 гривен. Это ну, выгоднее взять. Понятно. Но и она такая специально да, именно фасадная. Да, есть мелкий шов, а есть крупный шов. Ясно. И она уже со всеми влагоотталкивающими... Мы же, когда у тебя были в магазине, я видел вот эти вот кирпичики и говорю, чем нам дом низ обделать, потому что у нас там дикий камень был, но уже от времени он поломался. А наши подписчики, спасибо огромное, сказали, что ребята, вам нужна клинкерная плитка или кирпич, что это такое? Спасибо. Ванные комнаты и так далее. А мы, по-моему, брали такую куда-то. Да, да, да. Когда первый день познакомились, мы приехали, такую маму сделали. Все, Тарас. А есть такая самоклейка. Вот получается, если ее снять, и вот она клеится на все, что угодно. Вот такая штучка. Ты делала пластиковые окна на стыке, везде протекает. Это делается. Слушай, я вообще балдею от этих технологий. Да, сейчас, конечно, только знай, что делать надо. Вот даже есть террасный... Такой профиль, называется капельник. Если у тебя балкон, плитка подходит вот сюда. Вот плитка стала. Видишь ты? Ой, это Инна, видишь, заказала, чтобы мы под плитку подобрали цвет. Ага, ну все, полностью. Написала, да. Пожалуйста, максимально.
Вот плиточка сюда заходит сверху, и вы подошли, и вода стекает не под низ, а уходит в сторону. Да ты что? Катюня, слышишь? Я знаю. Стройка закончится, я знаю, я только хотел сказать, преподавать будешь. В строительный пойдешь там. Куча таких прибамбасов, это на все на фасадах. Короче, любого строительного извращенца вы уделаете только так, правильно? Ну да, у нас цена и качество. Вот. Да, я, между прочим, когда искала склад, где заказать материал вот этот, вот много мешков, когда приехала, обзванивала по ценам, и здесь я тебе скажу, что цены были приятные. Я уже устал приседать. Идем покушаем. Сбрасывать, поэтому уже, наверное, работаете. Во, не, я уже вот сейчас скоро пойду сбрасывать. Не, он сейчас активно неделю ест, перед тем, как приступить так, к марафону. Так, перед смертью не накуришься, короче. Я сейчас потихонечку наедаюсь, там что-то еще делаю, а 2 числа как начну худеть, да. Ты так что... карандаша дал, ты только 2 раза. А уже, елки-палки. А уже ноги болят. Ты что, ты там у нас такая Таня, несмотря на то, что она маленькая, красивая, интересная мадам. Нет, хрен с ней слезешь, елки. Да? С целой резиденцией, туда что наверху. Мы поставляли товар туда, все. О! Эту крышу мы поставляли товар. Да я уже не удивлен, что мы тут все в Одессе родственники. На улице он в форме, так что и... Ну, все равно подошла. Рыба ее не беспокоит. Рыбкой. Ну, это так, помпи, все. Та, ты что, Валера работал мой, его елки, а вкусная какая, прямо не хотелось останавливаться, но надо-таки аккуратненько... Приступать к карасю. Пожарить, да. Ой, аж Миланя кайфанула. Что, тебе было вкусно? Да. По-любому. Может, некрасиво, но вкусно. Очень вкусно. Да, очень. Да, да, да. Один там, допустим, ты можешь, допустим, свинину делать за там 40 минут, да, да. А другой день, другую поставил. Ну, там ты давлением играешься, да. Да, а да, здесь да, ты играешься, да, временем, да. В зависимости... Это мы, ребята, за афганский казан уже, короче, бахач пошел. Разговариваем. Катюня, ты посмотри, а? Елки-палки, ты шо? Карась, покитай. Да не переживай ты, чтобы я и хвост поломал. Ай-яй-яй. А, поправил. Это так правильно должен был загнуться. Слушай, какой красивый. Там на кофе на вас автомобиль залезла. Ничего, пусть сидит. Нет, вот на коляску. Что поделаешь? Ты что, ты посмотри, Катюня, посмотри на эту прелесть, а? Ёбэ, ВГД, как вздыбился. А он в кукурузной муке особенно красив, да? Он очень красивый, а меня больше интересует вот эта вот свадьба масла из-под мойвы с необыкновенным, ничем неповторимым вкусом карася. Короче, может, новый рецепт придумал, оператор? Давай, пока не попробовали, патентуй. Патентуй. Сейчас попробуешь карася и патентуй отсюда, поняла? Угу. А мы тут с пацанами посидим немножко, за рыбалку поговорим. Вы тоже на рыбалку по телевизору только ходите? Ах ты, еще, Валера, и что, клюет сегодня? А, вот это ты, да, мойвы надергал. Ты что, не видишь, что мойвы, да, целый поддон? Ой. Какая же она вкусная, Катюша, это мойва. Скажи мне, маме попросим? Обязательно. Ты сейчас если мне скажешь, а маме? А Валера скажет, забейте все. За мной не постоит. А. Валера, ты когда по телефону поговоришь, она тебе что-то хочет сказать. Что, как она? Ну, красиво. Уже слезла. Нет, тут процесс того, если тебя цвет интересует, то уже готово. Если ты хочешь, чтобы было вкусно, то еще немножко рано. Да, да, это ж тебе не моего. Не, он не будет подсушенный. Внутри он будет мягенький, там у него будет мясо, как ты любишь. Я пока канал не открыл и к нам не начали, как это, массово ехать гости нашего города попробовать карася. Я не знал, что бывает карась медиум. Я раньше все время думал, что вот так вот вжарил его, и чтобы ребра хрустели. Не, ну чтобы ребра хрустели обязательно. А тут Серега говорят, чуть-чуть не дотяни. Ну, что, мы как это, вывели карася на уровень, елки-палки, итальянских стейков. Угу. Понял? С привоза. Эх ты. Ну а на привоз он, конечно, с наших липованских краев заплывает, да? А там же он самый вкусный, наш лиманский. Ой, вилковский, я дунайский. Вилкова на рыбалке. Я сижу, как хочешь. Но вы маленький. Ага. Я там абориген на камыш килограммовых. Я говорю, так, я говорю, не выдержал. Это что ты ловишь? На перину. А как на перину? А это дает, я говорю, килограммовую. И вот тебе на. А они знают, какой аппетит у какой рыбы. Везде свои нюансы. Да, да. Там столько моментов, что... Мы же когда были вот то,
Вилково к Тёме ездили в гости. Мы уехали там, понял там? У нас дегустация, короче, по ерикам вино пробовать. А Марат остался ходить. Говорит, я хожу, короче, и дедушка так же сидит себе. Бам-бам-бам, и вот таких окуней. Просто вот так вот из-под... Да, под собой вытягивает. Ну, доставай уже. Ну, сейчас уже почти готово. Так, я думаю, что вы знаете, да, все вот эти алкоголики вилковские, тирийские. Шатаются по-разному. Да. Да. Вилковские вот так вот шатаются, да. Я когда учился, наблюдал. Ага. Это так и есть. Ну, а по-другому не можно. Те, кто шатаются по-другому, там крестики стоят. Видел возле Ерика? Идешь так вот, раз, крестик, да. Не так вот болтнуло и все, и ноги наверху, голова там в этого, не дай бог, конечно. А тебе нужна эта синяя подложечка? Что это такое? Ну вот. А, не. Не? А чего? Там мы же не в ресторане. Ну, ты же всегда это смотри, ну, да я сейчас сделаю так, что... мы рыбу не варим, ты видишь, от нее масло аж отлетает. Карась та рыба, которая масло на себя лишнего не возьмет. Ты его кушаешь, у тебя еще и руки сухие. Вот это шикардосина, вот здесь положу, пусть полежит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Согласен. Ты что? А ты говоришь, высох. Посмотри, он еще как это, живее живого стал. Вот я не перестаю говорить, боженька, спасибо огромное. Это ж надо тебе. У нас сколько там этих видео на канале уже за 1000? И только одно видео залетело на миллионы. И это видео за карася. Так люди, да, люди меня встречают и говорят, Серега, мы сколько жили. Даже сегодня мы заехали в ресторан, утром у нас были... Приехали наши подписчики, съели карася, кайфанули. Говорят, ты что, ну мы пробовали, не получается так. Ребята, дорогу знаете, вот где-то там, на Таирова, где висят трусы, забегайте и вас таки накормим. Катенька, посмотри на эту прелесть. Ты что? Я прямо как пчеловод. Ну неси сюда свою прелесть. Подсыпай 2 секунды, я сейчас тут посолю. Пчелы ж любят. У меня что-то осталось 2 карасика. Ай-яй-яй. Шикарный вид. Я знаю, 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 оно же нормально это. Это не наша соль. Да, это экстра. Так, опача. Да. А мы сейчас так тоже чуть-чуть. Прям посыпай. О, шикарный вид. Все. Давай сюда, хватит. А о, сколько полетел, оставь на потом. Так они знают, где вкусно. Миланька, как там? Порядок? Мэм. Ага. Лучшая игрушка, да? Что, тоже ножа подарил? Дюбель 70-й. Ой, блин, у нас, наверное, как это, один ребенок в Одессе такой. Где она только с нами не была? Так она за... Нет, зато когда она вырастет, она будет знать все. Подожди, ей 28 числа будет год. За этот год она ни разу днем не спала в кроватке дома. Ни одного дня. Это не пугает ее юных матерей, елки-палки. Чего? Я наоборот, что ребенок это не помеха. Рожайте, матери. Смотри. Липованский инь-янь. Вальтом вот так вот. Главное спинкой вовнутрь. Потому что ребра и так прожарятся. А вот то, что там у них на гребне эти кости, которые всем жизни мешают. Сейчас самоуничтожаются. Я тебе сейчас объясню, почему. Ты не снимаешь оператор или снимаешь? Снимаю. Я тут человеку дело показываю, елки-палки, он зашел в разговор, чем топор лучше, удобнее. И ты когда работаешь ножом, вот смотри, у тебя пример ножа сразу по доске, да? У тебя рука вот, живет да, на доске, да. И чтобы ту же цибулину тебе врезать, тебе надо поднять всю ту руку, у тебя играет аж что до плеча. Или, короче, вот так вот долбить. В чем радость этого? Что у тебя работает только кисть. Вся рука у тебя отдыхает. Ты стоишь себе, долбишь, рука выше. Как ты говоришь там этот, копейку дай. На, дай копейку. По-братски. Не, я пойду к Сереге, я посмотрю к Сереге. Не-не, это тебе, теперь я уже пойду к Сереге, это уже твой, понял? Вот это вот мой, так что гони копейку, сам сказал, давай. И смотри, не перепутай, так, это мое. Сереге, все классно. Вы меняете, а деньги мне даете. А, я понял, сразу видно, кто здесь босс и у кого здесь дети, елки-палки. Ты что? Серега, встречай. Так ехаем на привоз себе опять за топориком. Можно взять и делать. Что я мучаюсь-то? Опа! Да, вот система выравнивания плитки, да? Смотри, смотри. Ты что? Строитель. Прекрасно. Наш маленький. Научилась этот нос морщить и морщить везде.
Я же кто? А это эмоции. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, я знаю, со 2 числа время есть, что можешь пока. О, надеюсь, наши 100 гривен вернулись. Да. И подписать, что для Сереги, от Сереги там. Ты что, топорик? Давай там от Липована сейчас дадим. Катюня, бабки на базе. Я еще тот у тебя бизнесмен. Так. Вот. Пишет? Ты что, шмаляет так? Ванна. О. Все. О. Так. Подписываться, расписываться умеешь, Сережка? Так, что там? Как в ЗАГСе. Ты был в ЗАГСе? Карбуй на здоровье. А, я думала, он подпись поставит. Карбуй. На. Отдельно. Души. Ага. Слышишь, так это уже Валерин топор, вот пусть он там отдельно это все и развигает. Держи фломастер, как пригодится. Как там Елисей все время просил написать ему? Катай по полной? Катай от души, с душой, без души. Именной. Все, носи на здоровье. Хорошая, приятная вещь, на самом деле, просто песня. Когда топор взял в руки, у меня много ножей. Но вот не доходит у меня до них дело, я просто когда вижу топор, хватаю его и все. Там и чмяка, и тяжесть у него, это, короче, кайфанешь. Это у Сереги на привозе возле малышного корпуса, правильно? Да, это таки наш Серега, он там один на привозе. А мне будет повод лишний раз появиться. Ты что? О, и Сереге что-то подарю. Главное не перепутать, что-то из его ножей не вернуть ему обратно. Так и живем. Катюня, слышишь, что я говорил? Валера, на, пока это пусть шмаляет себе. Я не знаю, ты умеешь или учить тебя, хотя по-братски здесь надо кушать по-разному. Бери, угощайся. Он горячий. Как кушаю я его? Конечно, зубами вот это я все дело сбриваю. Потом вот так вот пальцами. В первую очередь. Да. Я это выбрасывать не буду, положу, потом доедим, короче. Вот так вот все этому опасности вот эти вот достаешь. Вот эту вот большую пилу отсюда достаешь. Ну и все, липованский сникерс готов. Будешь кусать? У меня рот не такой, как у тебя. Летает вперед, да? И погнала вода шмалять потом. Но он горячий, елки-палки. Ребята, только для вас. Та ты шо, Катюня, беги за огнетушителем. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Нет, чтоб людей угостить. Ты, липованский сникерс, неспокойный. Что, не влезла? Горячая. Кушай. Мама, посмотри, какой наш шикардор. Колечко такое. Браслетик. Да? Смотри. На. Ты хочешь на колечко. Ценник, правильно. А что я один ем? Не, мыть. Ну. Так, я это сейчас отломаю. А вы себе здесь угощаетесь. Смотри. Хоть и выглядит он сухо, посмотри, что это такое. Да, вот точно. Катюня, передай весь цимис. Ай-яй-яй. А ну, протестируй кошку. Может... Слышишь, кошка, будешь мне рот вечером холодным языком лизать? Обязательно. Ожог получил. Это попить или ноги помыть? Что это? Ноги помыть. Я понял. Катюша? А. Ты что, все условия, еще и хлеб имеется. Короче, друзья, кицы души, с хорошим настроением, я вас сегодня приезжал на Мойву. Ну и за какими-то там строительными материалами детский липован. Валера, Серега, вся ваша команда, многодетный. Спасибо огромное. Всем пока-пока. Чао.